Они еще через психологи, что они начинают психовать, что-то сильно хотеть, они долго не могут присосаться, тут все, все не нравится. Все не так, все не эдак. Да? Так долго ждал, так долго ждал. Как тебе звук? Не надо мне лапы трогать. Вообще, наверное, у них меланизм тоже доминантный ген. И альфа черный. Что-то я вообще считала, что черные бобры это такое прям очень редко. Ну, как видишь, нет. В моем доме их два живет. Если ищет сиську. Что-то на бобрином очень вкусное, да? Я думаю, он и не особо хочет, просто такова жизнь. Ой, испугался рысь. Побежал. Ты домой побежал? Просто бандиты сразу такие. Так, там чистая вода. Как это так? У бобра чистая вода. Бандиты просто. Тоже пошла проверять. Ой, она сейчас, мне кажется, запрыгнет туда. Смотри. Маш, смотри. Чем тебе твоя вода не устраивает? Не, купалка не та. Она уже грязная, а здесь еще чистая. Там дна нету, гор, осторожней. Ну, в смысле, оно есть дно, но намного глубже, чем у вас. Чем минут, да. Гор сейчас. Там сервал. Будем вылавливать ену. Ну все. Почти. Бобр, там в твоей поилке. Ой, в поилке купалки купаемся. Смотри на Тимофея. Вот что ты там ищешь? Смотри. А тут в их поилку. Конечно, еноте поилка определенно вкуснее. Оп. Пофоткали бобра, да, Маша? Спасибо. Ты хочешь его утопить? Он с ним играется. Ну, ощущение, что он его топит. Да, там сервал. Смотри, как им понравилось ванна. Красивый. Красивый бобрик. Очень красивый. Смотри, вместе. Что это? Гор, вам тоже такую купить? Не, прям такую не куплю, как-то дороговато выйдет, но могу ванну вам купить. Сейчас грохнешься. Он сам забрался? Да. С котами пошел пообщаться. Соскучился по котам. Мура, говорю, вообще он со всеми общается. Дайте мне котика. Хвост плоский, везде падает. Матвеюшка.
Салют, смотри. Что она делает? Ну так пусти женщину в гости. Полы решила, видимо, помыть. Матвей такой, Одному Пикачухе пофигу. Микки, то есть как бы Тимофей еще бычит. Так, следующий пришел в воде. Дно пытаются нащупать, видимо. Поменялись вольерами. Енотам только сделали такой вольер. Они такие, мы в соседний. Говорит, тут прикольно. Большая купалка. Остаемся. Угу. Это с камушком играет. Да, конечно, в енотем вольере камушков нету, совсем нету. Только, смотри, он с камушком играет. Маш, смотри. Вылизывается, чистится. Так не слезешь. Мура! Ай-яй-яй. Так, кажется, здесь дерево я еще не грыз. Кто тут самый крикливый? Сладенькая булочка. Девочка, да. Ну, давай. Кушать хочу. Кто там еще крикливый? Еще одна сладкая булочка. Это моя светлая булочка. Не ты кричала? Давай. Булочка не проснулась? Ладно, погуляй пока. Проснись. Ой! Самый голодный, да? Давай. Самый голодный ребенок. Как кушать можешь? Они вот всегда так высосут много, потом такие-то передыхают. Так, ты булочка созрела? Булочка созрела? Да? Дай посмотрю, кто это. Ой, булочка. Ты еще не созрела? Нет, не греть надо соску. Ну давай, сейчас получится все, получится. Ты еще хочешь? Подожди, там еще кто-то хочет. Иди, крикун. Давай. Ну не суетись, все хорошо. Всем достанется, я две бутылочки сделала. Всем достанется. Ой.
иди сюда, крикуша. Сейчас всем будет еще. Еще повтор будет. Сейчас тут один разберется. Ой-ой-ой. Давай, да, все твое, не переживай. Не отберут. Давай попробуешь с этим. Ой. Подожди. Да сейчас все будет. Ай, не надо мои руки грызть. Присосался. Вот они, говорю, психуют, когда начинают не присасываться, а грызть. Вот, молодец, видишь, покушал. Сейчас еще покушаешь. Всем хватит. Кто еще желает? Ты желала, булочка сладенькая? Ты желала еще? Да. Не торопись. Оп, иди сюда. Почти. Давай. Объясни, для чего все толпой вытаскиваешь, чтобы они как раз походили, захотели покушать, а то их только вытаскиваешь, они ну так немножко ленятся, не хотят еще сразу прям активно есть. Пока проснулся, а так походит, покричат, проснулся. Ну, сейчас, вот, давай. Не психуй, присасывайся. Вот. Все руки мне расцарапали. Ну не царапайся. Просто 10 минут шума. Куда полез? Куда? Зачем? Зачем тебе туда? Будешь еще кушать? Ты куда полез?